Доча, поехали на отдых. Как это на отдых? Ну, на курорт, там, где большое море. Море? Да. А что такое море, мама? Это бесконечная вода, где нет, не видно края. А так бывает? Бывает. И даже есть такое море, где там синий цвет и зеленый цвет. Вау! Скорее, скорее собирай наши вещи, мама! Боже мой! К нам прорвалось огромное чудовище! Оно хочет ехать с нами, и заболелось наш чемодан. Доча, давай передохнем перед поездкой. Кошка, зачем ты меня сбросила? Слава богу, ушла. Давай открывать чемодан. Давай, мамочка. Он красивый, и у него что, колесики даже есть? Да. Как здорово, мамочка. Не забудь собрать все самое необходимое. Не забудь мои игрушечки. Киса, Клоу, Китти, все возьми. Боже! Опять эта кошка! Подписывайся на наш канал. Мяу! Точно! Всем хорошего настроения и хороших путешествий. Мы ждем вас на нашем канале каждый день. Мяу! Лиси, песня на просторе. Не грусти, не плачь, жена. Кошка, она опять здесь, доча. Едем. У меня что-то перед экраном большое. Доча, мы едем сегодня гулять в парк. Отличные новости, мамулечка. Поехали. Ты не знаешь, что это за помехи постоянные? Мне кажется, это кошачья краса или урака. Мне такое ощущение, что это огромная кошка. Во! Очень хочет быть звездой нашего канала. И все нам перебивает. Постоянно вмешивается в процесс съемки. Продаются детские игрушки. Игрушки, игрушки, игрушечки. Я так их люблю, мама. Ну ладно, мы тебя давно не баловали. Ладно, выбирай, что ты хочешь. Хеллоу Китти, Хеллоу Китти, Хеллоу Китти! Нет, доченька, это огромный Хеллоу Китти. Я тебе куплю кое-что, что-нибудь одно. Ты выбери, что ты хочешь. Тогда мне, пожалуйста, маленькую уточку. Ты будешь с ней купаться в ванне? Видимо, эта огромная кошка будет с ней купаться в ванне. Кто это вообще такая? Почему она все время вмешивается? Наш мультфильм. Вы определили, что вы хотите купить? Уточку, пожалуйста. Хорошо, давайте нам утку. Хорошо. Вот ваша утка. Держите. Спасибо. Приходите еще. Держи, дочь. Спасибо, мамочка. Утка просто чудесная. А ты точно уверена, что ты будешь с ней купаться? Конечно.